Что такое жидкая кровь? Это чистые сосуды и здоровое сердце. И сегодня тема нашего ролика – как сделать кровь более жидкой. Приветствую вас, друзья! С вами Сергей Смоляков, автор книги «Рожденный болеть» и основатель методики Смолякова по оздоровлению организма. Поговорим сегодня о такой теме, как разжижение крови. Просто недавно задали этот вопрос и задали его уже не первый раз. То есть я решил эту тему отдельно осветить, потому что она, в общем-то, до этого нигде не освещалась, а интерес к этому есть. Но опять же, если у вас, друзья мои, есть интерес к какой-то теме, вы можете написать в комментариях о том, что бы вы хотели услышать, да, и я расскажу об этом то, что я знаю. Кому нужно разжижать кровь? И вообще, зачем это нужно делать? Современному человеку, практически любому, в возрасте за 50 лет в качестве профилактики сердечных заболеваний требуется разжижение крови. Если подходить к этому более тщательно и более точно, то можно сдать общий анализ крови и посмотреть такой показатель, как гематокрит. Это вязкость крови, густота крови, она уже, да? Вот. То есть он показывает, насколько ваша кровь густая. И если она густая, то ее... Ну, есть необходимость в том, чтобы провести вот такие мероприятия по разжижению ее. Еще один показатель в анализе крови, ее густоты, это тромбоциты. Тоже, если этот показатель завышен, то можно смело проводить такую вот профилактику. Что рекомендует медицина в случае густоты крови, да? Это прием аспирина, там, прием разных, сейчас не буду говорить коммерческие названия лекарств, да? Но прием лекарств, которые разжижают кровь. Я крайне не рекомендую это делать. Почему? Потому что, во-первых, сами лекарства обладают побочным эффектом, там, раздражение слизистой желудка, вызывание разных заболеваний, типа там гастрита, язвы и так далее, да? Вот. Но помимо этого, когда вы пропили, например, такой курс лекарства и потом прекратили принимать, то ваша густота крови, она откатится назад и будет еще гуще, чем она была до приема этих лекарств. Все лекарства, друзья мои, чтобы вы знали, они ориентированы на то, чтобы вы принимали их постоянно. Но постоянно лекарства принимать невозможно, по той причине, что все они имеют побочные эффекты. Вот. Ну и плюс я, в принципе, не рекомендую что-то химическое, что-то искусственное запихивать в наш организм, который является чем-то природным, некой машиной, которая привыкла жить на биотопливе, а не на химических там изобретениях человечества, да, ошибочных причем. Итак, каким образом, если мы вот сделали эти анализы, определили, что да, нам нужно, да, у нас есть группа риска, что у нас могут там образовываться тромбы, у нас может быть тромбофлебит, у нас может быть атеросклероз, у нас там густая кровь. Все, вы решили провести профилактику вот этих всех болезней и сделать вашу кровь более жидкой. Что делать? Первый рецепт, и он, наверное, один из самых эффективных и также самых простых, это прием воды. Очень просто. Вот для демонстрации возьмите кисель, это густая кровь, добавьте в него воды и размешайте. Станет ли он более жидким? Да, конечно, станет. Это, конечно, примитивная демонстрация, но наша кровь работает приблизительно по такому же принципу. То есть, если наша кровь густая, и мы будем регулярно принимать воду, то есть пить ее, да, чистую воду, простую, сырую, точнее, воду, то наша кровь через очень-очень-очень быстрое время станет более жидкой. Причем этот способ, он абсолютно не имеет побочных эффектов, и он не имеет отката, как при лекарствах. То есть, если вы прекратите пить, ваша кровь через какое-то время вернется к предыдущему своему состоянию, но без поправки на это разжижение. То есть, она просто нормализуется, и все. Плюс во время приема, ну, приема большого количества воды, вернее, большего приема количества воды, чем когда вы в обычном режиме жили, это приведет к тому, что какие-то процессы в теле могут нормализоваться, и когда вы уже опять уменьшите
прием воды, то эти процессы позволят вашему организму дальше оставаться здоровым и удерживать тот уровень густоты крови, который приемлем для оптимального здоровья. Таким образом, первый способ разжижения крови – это прием воды. Воды нужно принимать литр-полтора-два. Вот. Ну, стандартная цифра для среднестатистического человека – это 2 литра воды. Но я не рекомендую это делать сразу тем людям, особенно тем, кому тяжело дается прием воды. Просто пейте воду, когда вспоминаете об этом. Сделайте себе такое правило. Утром стакан воды ставьте возле кровати, чтобы, проснувшись, ваш день начинался с приема полной кружки хотя бы одной воды. И в течение дня несколько кружек в тот момент, когда вы вспомните. Вот единственное, я не рекомендую пить воду во время еды или сразу после еды. Старайтесь пить воду до еды или там после того, как покушаете через там час-два. Еще одно уточнение. Меня как-то спросили, а надо пить холодную воду или теплую воду? Да, я слышал такое утверждение, что особенно там китайская медицина рекомендует типа пить теплую воду. Не рекомендую я пить теплую воду. Пейте воду либо комнатной температуры, либо если ваш организм достаточно закален, пейте холодную воду. Я люблю пить холодную воду, потому что это, помимо прочего, еще и укрепляет кишечник. Единственный момент, пейте воду, ну, старайтесь ее пить не залпом, а растягивайте на несколько приемов. Вот, это, пожалуй, единственная рекомендация. А так, это должна быть обычная вода, сырая, ну, чаще всего там пропущена через фильтр, потому что уж совсем сырую водопроводную воду у нас никто пить не будет, да и она не очень полезная. Вот, обычный кухонный фильтр, если есть дорогой фильтр, лучше, вот, но обычная сырая вода комнатной или прохладной температуры пропущена через фильтр, все. 1,5-2 литра в день, по возможности. Второй способ. Когда мы работаем над тем, чтобы снизить вязкость крови, снизить густоту крови, то мы должны убрать из нашего рациона, из нашей жизни, те вещества, которые загущают кровь. Первое, что это может быть? Это могут быть лекарства. То есть, если вы принимаете лекарства какие-то от чего-то, да, то посмотрите обязательно состав этих лекарств. Возможно, в описании к этим лекарствам, в инструкции, будет описано, что их побочный эффект, они вызывают сгущение там, или там, там может быть написано, что не употреблять людям, склонным к атеросклерозу или еще что-то. Да? То есть сами лекарства могут вызывать сгущение вашей крови. Если это так, то их лучше убрать. Да и вообще лучше все лекарства убрать, да, но если такие имеются в вашем ежедневном приеме, то их надо убирать. Второй момент, что вызывает густоту крови, это кофе. Кофе и кофеиносодержащие напитки. То есть, если вы часто, ну, любитель кофе, я, кстати, тоже любитель кофе, вот, вы просто компенсируете прием кофе большим количеством приема воды. Или же, ну, воды, да. В прошлом способе не сказал, что вода считается принятой, только чистая. Не считается кофе, чай, сок, молоко, суп, все что угодно жидкое, но при этом не вода. Считается только чистая вода. Еще раз. Второй способ. Мы убираем из рациона кофе, мы убираем из рациона лекарства, особенно те, которые вызывают сгущение крови. Мы убираем из рациона, как можно в большей степени убираем из рациона мясо и в особенности копченые продукты, там копченая колбаса и так далее, да. Вот, они содержат некоторые химические вещества, которые вызывают густоту крови, ну и еще кучу побочных различных вещей вызывают. Вот, просто сейчас запомните, что копчености мясные, они очень-очень-очень вредны для сердца и для сосудов. Еще одна вещь, которая сильно сгущает нашу кровь, это алкоголь и курение. Ну, с курением все понятно, не надо на этом останавливаться, да, а алкоголь. Возможно, кто-то из вас слышал такое данное, что вот врачи рекомендуют там по 100 грамм коньячку для разжиженной крови. На самом деле, когда человек употребляет 50 грамм коньячку там или 100, да, его кровь не разжижается, она наоборот густеет.
она наоборот густеет, и тому есть доказательства. Даже есть, я вот смотрел канал один человека, который под микроскопом изучал свою кровь. И там наглядно показано, как меняется кровь, как склеиваются вот эти вот эритроцитики между собой, когда человек принимает алкоголь. Сердце начинает биться сильнее, да. Но почему сердце начинает биться сильнее от алкоголя? Потому что оно пытается протолкнуть кровь, которая стала более густой. Отсюда вот это ощущение, как будто кровь стала двигаться быстрее, да, она разжижилась. Нет, она, друзья мои, не разжижилась, она наоборот стала более густой. Алкоголь и курение убираем. И еще один элемент в нашем питании влияет на густоту крови, это соль. То есть чем больше у нас соли, чем больше у нас солености, всякой закрутки и так далее, там огурчиков соленых, помидорчиков, просто соли, вот, тем больше у нас густота крови. Как с этим справиться, не исключая эти продукты из своего рациона, это поход в баню. Если мы идем в баню, то у нас соль просто элементарно тратится из, ну, с выделением пота. Пот соленый, и часть соли мы теряем. Третий способ – это анаэробные нагрузки. Нам нужно снизить гипоксию ткани, то есть нам нужно сделать так, чтобы кровь переносила больше кислорода. То есть, а это возможно, когда кровь более жидкая. Соответственно, если мы тренируемся, делаем анаэробные нагрузки, тренируем сердце, сосуды, и таким образом и включается в работу органы, которые делают кровь более жидкой. К анаэробным нагрузкам относятся такие виды нагрузки, как бег, велосипед, плавание, то есть там, где мы задыхаемся, где нам не хватает кислорода. И вот эта вот тренировка на прокачку, на увеличение возможности делать что-то, не задыхаясь, это автоматически разжижает нашу кровь. Четвертый способ, он спорный достаточно, но тем не менее, он также оказывает влияние на густоту нашей крови. Это пиявки или герудотерапия, если медицинским языком говорить, терминологию использовать. Вот. Пиявки при присасывании к нашему телу выделяют вещество, которое является антикоагулянтом. То есть оно препятствует сворачиванию крови. Понятно, что это животное делает это в своих целях, но тем не менее, попадая в нашу кровь, попадая в организм, оно делает кровь более жидкой, общее кровяное русло, то есть оказывает на него влияние на густоту крови. Пятый способ – это лечение травами. То есть если мы не используем лекарства, стараемся их избегать, да, то мы можем, тем не менее, использовать химические вещества, но натурального происхождения, то есть это травы. Из трав я бы мог выделить три растения, которые действительно влияют на густоту крови. Это лавровый лист, рецепты, как его применять, можно посмотреть в интернете, полно. Это донник и это кора белой ивы, третья. Вот эти три растения, которые очень сильно влияет на густоту нашей крови. Единственное, что бы я хотел отметить, что не покупайте эти растения в аптеке. Потому что аптечные лекарства, они, как правило, имеют длительный срок хранения. Они, как правило, имеют... Ну, в общем, это не будет настолько эффективно, да? Вот. Ну, если, конечно, нету возможности найти где-то в более живых каких-то ресурсах, более живых растений, то да, за неимением лучшего можно использовать и аптечные лекарственные травы. Но я не рекомендую. Я обычно сам собираю, либо покупаю на тех ресурсах, где я знаю, что трава там, срок хранения у нее не больше 3 месяца. Еще один способ, наверное, его можно выделить как отдельный способ, это витаминотерапия. То есть, опять же, если мы не применяем лекарства, мы должны эти лекарства заменить на какие-то продукты естественного происхождения. Витамины являются частью нашей еды, поэтому они могут использоваться нашим организмом в своих целях, в полезных целях. И для разжижения крови я рекомендую витамин Е. Витамин Е, он наиболее такой, наиболее ярко и наиболее сильно действует именно на состав крови в плане его густоты.
Вот. Витамин Е 800 мг в сутки – это для среднестатистического человека. Плюс витамин С. То есть витамин С в сутки надо не менее 500 мг, витамин Е в районе 800 мг. Вот это можно разделить на два приема, к примеру, утром и вечером, и попринимать какое-то время, там, полмесяца, месяц. Это довольно сильно может разжижать кровь, причем эффект можно наблюдать, если смотреть по анализам, где-то на третий день приема, четвертый, то есть довольно быстро. Также на густоту крови влияет прием сахара или употребление сахара. Вообще еду, питание нужно скорректировать. Как я уже говорил, мы стараемся уменьшить количество соли, вот, но помимо этого также мы стараемся уменьшить количество сахара. Особенно людям с заболеваниями сахарным диабетом, особенно людям с заболеваниями сахарным диабетом второго типа. Вот эти вот группы людей, им нужно тщательно, да и вообще всем людям, если кто хочет сделать свою кровь более жидкой, им нужно следить за тем, сколько они употребляют сахара, а лучше вообще исключить его из рациона. И параллельно желательно наполнить свой рацион зеленью. То есть это чеснок, петрушка, укроп, вот такими вот продуктами. Особенно хорошо разжижают кровь острые какие-то, там перец, да, острый перец, именно острый. Вот. А также имбирь. Еще раз. Петрушка, укроп, острый перец, имбирь, чеснок. Вот эти вот растения, вот эти вот продукты питания наши, да, они также оказывают влияние на густоту крови. Поэтому регулярный их прием еще больше добавит вас к цели того, чтобы привести вашу кровь в более правильное состояние. Еще один фактор, который также влияет на густоту крови, это наличие стресса. Поэтому, чтобы снизить нагрузку, старайтесь больше прогуливаться перед сном вечером, либо после трудового дня. Допустим, если у вас работа в офисе, и особенно если она связана со стрессом, то после работы вы не идете домой, падаете на кровать с телефоном, да, а вы, ну, если вам надо раздеться дома, там, переодеться в прогулочную одежду, переоденьтесь, конечно, вот, но первое, что вы делаете, придя домой, вы идете на прогулку и полчаса, час гуляете возле дома, тем самым убирая вот этот вот эмоциональный фон, вот эту нагрузку стрессовую, которую вы накопили в течение дня. Это также разжижает кровь. А я желаю всем здоровья, до новых встреч и живите долго!